4 ноября в России отметили День народного единства. Праздник связан с событиями 1612 года, когда наша страна оказалась в тяжелом положении под властью польских интервентов. Но благодаря объединению сил народного ополчения Москву удалось освободить от иностранных захватчиков. В городском округе Люберцы государственный праздник отметили патриотическими акциями и концертом. Тему продолжит наш корреспондент. Большая колонна автомобилей приехала к зданию Люберецкой администрации из городского округа Дзержинский. Именно там стартовал автопробег, посвященный Дню народного единства. Более 300 человек украсили свой транспорт российскими флагами. Хорошему настроению не помешал даже сильный снегопад. Мы встретились на набережной Люберецкого карьера в городском округе Дзержинский. И большой такой кавалькадой проехали мимо Никола Угрешского монастыря по центральным улицам Дзержинки. И также, выехав в Люберцы, встретились у администрации здесь, на центральной площади округа. Абсолютно погода не повлияла на настроение, потому что, наверное, заряд той самой энергии, он идет изнутри. И все были с флагами яркие, заряженные. И сейчас тоже готовы дарить это тепло, этот потенциал. Всем. После флешмоба у здания администрации участники автопробега направились в сторону Центрального парка. На сцене их уже ожидали артисты городского округа. В этот прекрасный день, в День народного единства, пожелать всем людям прежде всего счастья, здоровья, мирного неба над головой. И чтобы каждый помогал тому, кто в этом нуждается. Чтобы мы были плечом к плечу, уверенно. И все вместе. Поздравляю всех жителей Люберецкого района, нашей великой родины России, с праздником. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой. Я немного говорю. Просто хочу поздравить жителей с этим праздником. Со всеми праздниками, которые сейчас. И всем здоровья. Я желаю всем люберцам отличного, хорошего настроения, процветания. И чтобы все были дружными, жизнерадостными и участвовали активно в жизни нашего округа. Для гостей праздника организовали творческие мастер-классы. В то время как одни изготавливали своими руками сувениры, другие водили хоровод рядом со сценой. Всех желающих угощали русским караваем. Поздравляю вас с Днем народного единства. Сегодня я вам также пожелаю, чтобы мы были такими же сплоченными, как в те долгие годы. Всех с праздником! Мы едины, потому что мы... Мы День народного единства встречаем с радостью в душе. И неспроста 4 века с той даты памятной уже. Но есть еще одна причина. Она важнее всех причин. Держава наша процветает. Пока народ ее един. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Артем Морозов, телеканал ЛТВ.